Михаил Маланичев любит скорость не только на колесах. Увлечение бегом давно наводило на мысль сменить родной Череповец на Сочи. На юге любимому занятию можно с комфортом отдаваться круглый год. Осуществить мечту помогла сеть АЗС «Газпромнефть». Михаил принял участие в акции «Заправься по-чемпионски». Автомобилистам предлагали не просто собирать отметки в специальном купоне. Главным аргументом в борьбе за победу была находчивость в творческом задании на спортивную тематику. В рамках конкурса наш герой поделился своей историей, как занятия спортом изменили его жизнь. Еще раз подтверждает, что никаких случайностей нет. Когда человек к чему-то стремится, в спорте, в жизни, там, может быть, даже в бизнесе, всегда он может прийти к результатам и получить то, что ему важно. Компанию Михаилу составили еще 5 автолюбителей со всей России. В качестве приза – недельная путевка в Сочи на двоих для знакомства с достопримечательностями. Виражами Сочи автодрома, высотами скайпарка и экскурсиями по олимпийским объектам. Также все победители «Заправься по-чемпионски» стали обладателями обновленной карты программы лояльности «Нам по пути», которая доступна и в Сочи. В вашем регионе в этом году планируется запустить 3 станции. И одна станция реконструкции уже, которая есть, работает в Сочи, но она будет в новом формате. Мы стремимся каждый день делать сервис для наших клиентов все лучше и лучше. И с начала 2016 года мы запустили новую технологическую платформу для нашей программы лояльности, которая позволила качественно изменить скорость обслуживания. Если раньше это составляло 40 секунд, то теперь наши карты насчитывают и считывают бонусы в течение 5 секунд. И это можно сделать одним касанием. Карты программы лояльности «Нам по пути» действуют на всех автозаправочных станциях сети и позволяют расплачиваться накопленными бонусами за товары и услуги на ОЗС. Таким образом, экономия может достигать 20 тысяч рублей в год. А это еще больше топлива, товаров или услуг. Кирилл Лемех, Антон Куляпин, телекомпания ФКТ.